Здравствуйте! Сегодня хочу представить вам позицию. Это домашний обиход, страна Германия. Упаковка у нас идет 20 килограмм. Что будет в составе? Это будут скатерти разных размеров, это будут полотенца, получается постельное белье комплекты, одно одеялко и немного шторок, тюль. Посмотрим, какие здесь модельки. Такое большое банное полотенце. Состояние у них хорошее, хоть это экстра. Стоимость за килограмм выходит 608 рублей. Такое полотенце. Также встречаются новые вещи. Следов износа здесь не наблюдается вообще. Такое полотенце. Еще одно большое банное. Принтом. Совсем маленькая, такое красивое, немножко кружева внизу. Полотенца все плотные, по качеству, как всегда, в Германии они хорошие, клиенты очень любят данную позицию. Вот еще одно большое. Также здесь присутствует скатерти. Тоже состояние у них отличное. Такая большая скатерть на стол. Белая и небольшой принт, как цветочки. Она идет у нас там квадратная. Еще одна скатерть. Такой приятный переливающийся цвет, как с золотом. Также либо на круглый, либо на квадратный стол. Это у нас идет комплект. Скатерть. Такие салфеточки. В данной скатерти идут всего все это. Раз, два, три, четыре, пять. На 6 персон маленькие салфетки. И вот такая большая скатерть. Еще одна скатерть у нас идет. Также она большого размера. Похожа на предыдущую по качеству и по фасончику, так скажем. Такая белоснежная, красивая скатерть. Также здесь такой принт цветы. Очень красивая, нарядная. На небольшой столик. Такая накрахмаленная салфетка. Небольшая. На круглый стол. Тоже принт, это цветочки. Состояние отличное. У нас как гобеленовая большая скатерть. Здесь идут принт, это олени. Такая плотная Австралия, видимо, она новая. Очень дорого и красиво смотрится. Еще одна. Тоже красивая, однотонная, очень сочный, яркий цвет синий. И круглая скатерть. Это были у нас полотенца и скатерть. Здесь вот идет у нас, получается, постельное белье. Оно идет по комплектам. Сейчас мы посмотрим, какой размер. Так, это у нас на кровать размер 1,5. Раз. Это пододеяльник. Второй такой же пододеяльник. В Германии они любят, как на два одеяла спать. Вот еще одно. И две наволочки вот такого размера. Оно идет на пуговицах. Состояние у него хорошее.
То есть идет комплект. Вот еще один комплект. Такая наволочка с цифрами. И пододеяльник. Также идут внутри на заклепках. Размер пододеяльника. Здесь уже на кровать двушку, получается, на одеяло. Такое вот серое. Такой комплектик достаточно интересный. Здесь у нас комплект состоит из двух наволочек такого размера. Оно идет на замке. И пододеяльник. Полторашка. Такой приятный цвет и интересненько. Это у нас идет теплый пододеяльник. Как флис. Наволочки я здесь не наблюдаю, но идет на пуговицах. Тоже размер полтора. Такое вот темное постельное белье. Наволочка на пуговицах. И пододеяльник. Также размер это полторашка. Яркое, прям солнечное постельное белье, которое поднимет настроение, мне кажется, с утра. Также размер на одеяло 1,5 метра. К нему идет наволочка на замке. Здесь получается комплект из двух пододеяльников и двух наволочек. Все это идет на замочке. Состояние также отличное. Еще один отдельно пододеяльник на замке. Хлопковый такой. Тоже размер 1,5. И вот одна наволочка. Она идет флисовая, такая теплая. На замочке. Здесь также встретилось в данном мешке вот такое одеяло. Оно идет двухстороннее. Достаточно легкое. Похоже на плечо. Видите, с таким принтом. Это у нас идет наволочка с резинкой. На матрасник такой теплый, как флисовый, на резинке. Шторки. Одна большая штора. Даже развернуть не могу, он огромного размера. Где-то на 3 метра. И внизу у нас тут такие шарики, чтобы, видимо, было потяжелее внизу. Это просто тюль. Еще одна коротенькая, маленькая. Вот совсем. Из органзы скатерть. Это у нас наборчик. Две шторки большого размера. Это была позиция «Домашний обиход Германия». Стоимость за килограмм 607 рублей. Упаковка 20 килограмм. Спасибо.